Молчи, Ната! Так и будешь стоять столбом! Ты прав. Как же ты мне надоел. Ты прав, Наруто. Спасибо. В ее взгляде что-то изменилось. Я не сдамся. Надоело прятаться. Бьякуган! Защищайся, мой братец. Ну хорошо. Она ему врезала. Достаточно малейшего касания. Поэтому бойцы из клана Хьюга такие опасные. О чем он? У них уникальное тадзюцу. Хината! Молодец! Они бьют по сплетениям чакр. Куда не знают, куда именно нужно наносить удар. Ты забываешь про Бьякуган. Для такого глаза мало что невидимо. Их собственная чакра создает короткий, сконцентрированный импульс. Он направлен в самую глубь тела соперника. И это все, на что способна сила главной семьи? Да что с ней такое? Не может быть. Теперь ясно, почему его считают самым способным бойцом клана Хьюга. Все это время ты... Да, я видел точки твоих чакр все это время. Что? О чем он говорит? Благодаря способности видеть точки чакры, он может наносить удары по ним даже в разгар схватки.